Здорово, парни. Обновил свое мелкое насекомое, перешел на более компактную 16-миллиметровую комплектуху. За счет уменьшения размера стака удалось поверх него втиснуть светодиодную матрицу. Можете видеть, как все вышло. Покажу, как работает. Словно термоядерный реактор внутри. Вот так моторчики жужжат. Отличные моторы. Flywheel Robo 1202 11 тысяч кВ. Покажу, что внутри. Небольшая фотосессия ню. Сверху видим светодиодную матрицу. Запитал ее 5 вольтами от передатчика. Светодиоды рассчитаны на 3,3 вольта, поэтому пришлось паять еще сопротивление на 150 Ом. Вот. Под матрицей передатчик Раштини, впаянный в 16-миллиметровый адаптер, который идет в комплекте. И собрано все на базе полетника, все в одном. Полетник плюс регуль 13 ампер от компании Jimsu. Были определенные сомнения касательно этого полетника. Ранее с этим брендом не сталкивался. И были сомнения по поводу качества, а также обратил внимание, что используется нестандартный процессор, нестандартного размера. Вот. По характеристикам он аналогичен процессору F4 411 на 100 МГц и 3 UART. Но ввиду того, что размер процессора совсем какой-то малый, были определенные сомнения, потянет ли он фильтрацию, RPM-фильтрацию. Вот. Не будут ли возникать сложности с настройкой пидов и прочего. Но по факту все настроилось замечательно. Облетал уже квадрокоптер, летает он тоже хорошо. Видео с полетами в конце ролика. Чтобы оценить размер квадрокоптера, вот для сравнения, популярная модель Diatom GT-369. Oh,
Должно быть все урайт. Врубаемся. Хочу попытаться поверх стака установить светодиодную матрицу. Вырезал уже такую вот вкладку. Вот сюда хочу установить. Припаять два ряда светодиодов. Под крышечку. Вот так. Светодиоды будут проглядывать через эти отверстия. Думаю, должно получиться достаточно прикольно. Если все влезет, конечно. Самая сложная часть всего этого кардебалета — это теперь припаять всю эту мелюзгу к платке. Для того, чтобы они не разбегались в разные стороны, я изначально смазал плату флюсом. Он достаточно липкий. Для того, чтобы ровно зафиксировать, вот видите,
пока никуда не разбегаются.